Банде Гуру Пададандам Бхактабинду Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитхананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванчакалпадарувасчакипасиндубевача Патитананг Павонебхо Вайшнавебхьо Наму Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунланг Хайтагирим Яткипатамханг Банде Парамананандамадвам Бриндавайтулсидеббайпиявайкешвасача Шна бхакти паде деви сатва баттвай намо намаха Нараяна намаскритта наранча ива нараттамам Девин сарасватин вясам тату жайо мудире Шанкиртане кишна кату пудеше Гаурия патрашо пракасане ча Шаданурапта гуру бхакти юкта Бхакти Прамодакша Джагод Барана Дхиям Сада Парибхабхагна Мабишта Духам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Битаттихам Панатапад Бхават Дипутам Банде Махапурусате Чарна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Кемипикаводушва Дарши Пурнану Рагара Сасагара Сара Муртихи Сарадикамай Ката Кипам Кроши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanu lambita bhujau kanaka badato, Sankirtanu inkapitaru kamala yatakshu. Вишам бару дижа бару жугадхарм пало банде жагат приякару каруна бхутару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Намами Ганге Таба Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманга мада пахарам Барахна сипурапати бхажави санатам Баги саджушва бадане Лакшмир жасача вакшаси Жасьясти хиде самбит Твам нишинга махам бхажи Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Дхана Живана Йована Раджа Сукам Нахини Тамануксана Насупагам
Тяжогам катаса каламби фалам, бажогодрум канано ранжибидум, бажогодрум канано ранжибидум, бажогодрум канано ранжибидум. Гаурия Гоштхипати. Гаурия Гоштхипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Парамахамса Джагадгуру сказал. Если вы хотите понять славу лотосных стоп Бхагавана, необходимо понять славу лотосных стоп Гауранги Махапрабху. А если вы хотите понять славу Гауранги, нужно осознать славу Нитьянанды и Баларама. А чтобы постичь их славу, необходимо принять прибежище шести госвами. Six Goswamis, their detachment remarkable. In infinity world, отрешенность шести Госвами беспрецедентна. Во всем мире не сыскать подобного отречения. Only you can find this kind of renunciation unto Lotus Feet of Gauranga. Лишь Гауранга Махапрабху, Нитьянанда обладали таким отречением. Как бы ни старались обычные люди достичь такого уровня, они не могут. Такое отречение присуще лишь шести госвами. Они были абсолютно отреченными от материи. Прежде я рассказывал о том, что материя и трансцендентное не могут существовать вместе, не могут сосуществовать. Я говорил на Радхаштаме, что в соответствии с нашей привязанностью к Гауранге Махапрабху. Если вы хотите постичь нектар, исходящий из лотосных стоп Шримати Радхарани, необходимо понять Гаурангу Махапрабху. В противном случае это невозможно. Прабхупад объясняет, что именно поэтому Гауранга пришел к нам. А иначе без Гауранги все бы считали Радхарани непристойной девушкой. Никто бы не почитал ее. Возможно, 80%, а может быть даже 90% людей считали бы так. А люди с Южной Индии сейчас напрямую заявляют, Прабхупад очень переживал за них, сопереживал им, что по сей день они думают, что взаимоотношения Радхи и Говинды порочные. Они думают, что отношения Лакшми и Нарайаны совершенные. А отношения Радхи и Кришны непристойные. И Прабхупад очень сокрушался по этому поводу, глубоко переживал.
Глубоко соболезновываем. Итак, Прабхупад говорит, что если вы хотите понять славу Кришны, необходимо постичь славу Гауранги. Я хочу также об этом поговорить во время Гаура Пурнима, если на то будет воля Гауранги. Гауранга Лила — это полноценное описание Кришна Лилы. Если вы без Гауранги попытаетесь понять Лилу Кришны, вы не достигнете успеха. Мадхавендра Пурипад, Ишвара Пурипад, Билва Мангал, Такур — все они осознали этот факт. Они осознали, что слава Гауранги первоначально, то есть это то, к чему нужно прийти вначале, что нужно постичь и осознать. Но не познав славу Нитянанды, мы не сможем понять славу Гауранги. А без шести Госвами и тех, кто под их руководством, мы не сможем понять Нитянанду. Мы можем смотреть на него, слушать о нем и воспринимать его неподобающим образом. Мы можем думать, что это он взрослый человек и пьет молоко Малини Деви. Как это возможно? То есть его поведение было действительно необычным. У Малини не было молока, но когда она видела Нитянанду, оно появлялось. Мы своим грязным мозгом воспринимаем это как что-то порочное. Тем не менее, это настолько глубокая любовь, которую нам невозможно понять своим материальным мозгом. Прабхупад часто говорил, что без милости Вишнуприя Деви, который является Апракрита Сарасвати, трансцендентной Сарасвати, у нас нет права входить в храм Гауранги. Пока мы не осознаем, что нет разницы между мужчиной и женщиной, что это всего-навсего материальный уровень, что это всего-навсего внешнее отождествление. Что всего-навсего материя. Тела, состоящие из мочи, крови, испражнений. Когда атма выходит из этого тела, она может выйти из мужского тела, выйти в женское. Так кто ж мужчина, а кто женщина? Но, конечно же, несмотря на все это, мы должны поддерживать правила и предписания. Это не значит, что с завтрашнего дня, вот сегодня я рассказала, завтра вы начнете все вместе, мужчины с женщинами, танцевать. Естественно, что мы должны следовать этикету. Тем не менее, Прабхупад объясняет, что между женщиной и мужчиной нет разницы. Пока вы не поймете этого, славу Вишнуприи вам будет не понять. Ведь она является трансцендентной Сарасвати. А Апракрита Сарасвати означает видья, знание. Видья —
Есть видья, а есть авидья — знание и невежество. Если мы идем по пути знания, мы обретем милость Вишнуприи. Тем не менее, если мы уклоняемся с этого пути, мы погружаемся в авидью, в невежество. И сейчас мы можем наблюдать это по всему миру. Весь мир погружен в авидью, кроме тех, кто совершает настоящий баджан. Повсюду авидья, повсюду майя. Но в нашем положении виноваты только мы. Нам некого в этом винить. Авидья постоянно стремится покрыть наше сознание и закинуть в океан страданий. А видья освобождает нас от майя и указывает нам: смотри, смотри, это Бхагаван, это мир Вайкунтхи, трансцендентный мир. Конечно, все зависит от ваших самскар и от вашего баджана, насколько вы можете воспринимать харикатху. Харикатху — не материальные разговоры. Чистый преданный никогда не говорит о материальных вещах. Точнее, все, что он говорит, есть харикатха. Итак, Прабхупад объясняет, чтобы понять, кто такая Вишнуприя, прежде всего необходимо избавиться от ошибочной концепции восприятия мужчин и женщин. И это возможно сделать лишь по милости Вишнуприи Деви. Увидеть все это разнообразие майя. Но гуры и вайшнавы видят за разнообразием майя единство. Наш даршан, наше видение грязно. Мы видим майю. Что же такое апракрита сарасвати и пракрита сарасвати? Сегодня день явления Вишнуприи Деви. В соответствии с наставлениями Джаганнадас Бабаджи Махараджа, который является великим, возвышенным, преданным, вечным спутником Гауранги, благодаря ему мы знаем, что сегодня день явления Вишнуприи Деви. Потому что Джаганнадас Бабаджи Махарадж сказал об этом Прабхупаде. Мы обладаем этим знанием. Он получил апракрита даршан, трансцендентный даршан, это знание, и передал его Прабхупаде. Именно поэтому, тем не менее, весь материальный мир сегодня поклоняется материальной Сарасвати Деви. Итак, материальная Сарасвати может даровать много знания. Тем не менее, оно станет оковами для нас. Вы слышали о Видья-сагаре? В переводе это означает «океан знания». И, тем не менее, этот человек не смог пересечь океан материального существования. Он был необыкновенно учен, разумен, точнее, обладал... То есть он знал Вьякарану и мог ее цитировать как со скоростью ветра. Тем не менее, он так и не смог осознать, кто есть Гауранга. Да, возможно, он океан образования. Имеется в виду, что он океан знания. Тем не менее, материальный океан он так и не пересек. Потому что он не хотел принять прибежище лотосных стоп трансцендентной Сарасвати. Но наш Бхакти Сиддханта Сарасвати, он также представитель Сарасвати.
Бхактивинода Тхакур написал киртан о Сарасвати. В котором говорится, Сарасвати может дать нам образование, но из-за него мы превратимся в ослов. Как осел, который нагружен тяжеленными мешками, также и человек, который обрел много материального знания, оно тяготит его. А преданные просто танцуют и ни о чем не переживают, потому что у них не болит голова. Когда нет головы, как горе от ума, нет ума и нет проблем. А если мы погружены в материальное знание, материальные мысли, мы день и ночь будем переживать. Все вы слышали о существовании Халадини Шакти, Самит Шакти и Сандини Шакти. Однажды Бхактивинода Тхакуру задали вопрос, кто, какой шакти относится Вишну Приядеви? Бхагаван преисполнен шакти различными энергиями. И в соответствии с разновидностью лил, он проявляет ту или иную свою энергию. Он может явить образ Лакшми, точнее, Лакшми Нрисинга, Лакшми Нараян. Его шакти проявляется в соответствии с игрой Господа, с лилой. Шакти пребывает в шактимане. То есть моя энергия находится во мне, в моем теле. Точно так же в случае с Господом. Шакти и шактиман, тот, кто обладает этой энергией, не отличны друг от друга. Итак, на этот вопрос Бхактивинода Тхакур ответил. Вишнупри также можно назвать Бху Шакти. Нет памяти, нет бхакти. Если есть памятование, если мы можем помнить, то есть и бхакти. Итак, Халадини Шакти, Самвит Шакти и Сандини Шакти. Итак, Халадини дарует наслаждение. Почему мы хотим совершать баджан? Если бы мы никакого наслаждения не получали благодаря ему, разве бы мы продолжали? Нет, конечно, мы уже получаем удовольствие. Возможно, оно проявлено не в полной степени, тем не менее, оно присутствует. Таким образом, оно приходит к нам благодаря Халадини Шакти, которая постоянно заботится о своих преданных. И благодаря этой же Халадини Шакти мы видим, как в этом материальном мире наслаждаются люди, мужчины с женщинами, дети и так далее.
наука и технологии, все это перевернутое, искаженное отражение самвит-шакти, которое представляет собой знание. А третий вид шакти образует разнообразие этого материального мира, все материальные миры. Но настоящее, подлинное ее проявление — это трансцендентные миры. А все, что мы видим здесь, в материальном мире, — это искаженное отражение. Бхактивинода Такур, Бхагавати Ма, Прабхупад, они являются Сандини Шакти Пракрити Ниджаджан. Они не подобны нам, то есть нам, семейным людям. Трансцендентные семьи преданных из лил Гауранги Махапрабху не такие, как мы с вами, не такие, как наши семьи. Поскольку они являются прямой энергией, воплощением прямой энергии Господа, а мы отраженные. Мирские ученые, осуждают Гауранга. Почему-то он женился второй раз и еще и не заботился о своей жене. То есть были вот такие ученые, которые подобное заявляли. Но мы, если встретим подобного человека, мы должны его публично побить. Потому что это негодяи. Негодяи, которые заявляют подобное. Они писали свои осуждения Гауранги Махапрабху вам, а не Госвами Махараджу. Есть, мы выпустили книгу Вишну Прия Деви, она на бенгале. Но если бы вы почитали ее, если бы вы смогли прочесть, то вы бы были вдохновлены. Некому переводить, все заняты своими делами. Итак, Вишну Прия, Лакшми Прия Деви. Лакшми Прия Деви — это Шри Шакти. А Вишну Прия — Бху Шакти. Бху Шакти — это нескончаемая энергия. Вы слышали о Камакхья Деви? В Ассаме, там, в Ассаме есть это место. Я тогда однажды посещал это место и... I didn't want to take prasadam because it's prohibited. So by chance
Я поклонялся ей как йога-майя. Там есть особое место, в котором нужно разбивать кокос. Я разбил, и как в знак милости, благословения, капля кокоса попала мне на губы. То есть я бы не стал там принимать никакого просада, потому что там, в действительности, не должны преданные принимать. Но когда я хотел предложить этот кокос, капля его попала мне в рот, как благословение. Мы можем проявлять, прилагать бесчисленные усилия, какие можем, но, тем не менее, их будет недостаточно. Как, например, деревья. Они не могут говорить. Сколько с ними ни говори, они вам не ответят. Люди взрывают бомбы и проводят испытания, но они не понимают, что Камакхиама, мать-земля, страдает из-за этого. Строят люди огромные здания, высоченные. Не понимают, что это доставляет боль Матери-Земле. Люди не понимают, насколько страдает Земля, но не говорит ни слова, не жалуется. Мы готовы, хотели бы говорить о Вишну-прия-татве до бесконечности. Что же говорить о часе-полтора? От одного лишь ее имени земля раскалывается пополам. Вы слышали о Сите, когда Рамачандра устраивал проверку чистоты Ситы? Конечно же, Рамачандра знал, но для того, чтобы подтвердить это в собрании людей, он был вынужден устроить вот это огненное испытание, когда Сита вошла в огонь, и в конце концов земля расступилась, и Сита вошла в землю. И точно так же от Вишнуприи земля может расколоться надвое. Возможно, есть те, кто понимает славу Радхарани. Тем не менее, мало кто задумывается о Вишну-деве, о Вишнуприя-деве, о том, какие невероятные страдания претерпевала она. Она страдала ради нас. Она покинула этот мир, говорит Прабхупад. Поскольку так разворачивалась лила. Когда Махапрабху был в том месте, где сейчас находится Бангладеш, из-за сильнейшей разлуки с Гаурангой, Лакшмиприя покинула этот мир. Бхактивинода Тхакура объясняет, что когда лила с Лакшмиприей была завершена, началась другая лила, которая называется Випраламбха-лила. Именно тогда появилась Вишнуприя. Когда Шачимата принимала омовение в Ганге,
Вишнуприя пришла, чтобы увидеть Шачимату, и она не смиренно подошла к ней, коснулась ее стоп, а Шачима благословила ее. А это было каждый день. Вишнуприя трижды в день принимала омовение в Ганге, чтобы поддерживать чистоту. То есть она, конечно же, сама Пракрита Сарасвати, тем не менее, она делала это. Она дочь Санатана Мишры, которого можно сравнить лишь с Сатраджитом. Слышали о нем? Это герой из Дваракалилы. Или можно сравнить с Сатьябамой. Санатан Мишра. Дочь его была настолько прекрасна, что если во всем мире было не сыскать такую красавицу. Из ее тела исходил свет, свечение. Ей было 13-14 лет. Она была очень разумна, знала все шастры и обладала такой глубочайшей преданностью, глубочайшим бхакти. Каждый день предлагала поклон лотосным стопам Шачи Деви. Она либо... Она ничего не говорила, не молила ни слова, когда подходила к ней. Она не просила, пожалуйста, прими меня в свою семью, прими меня, как, чтобы я стала дочерью, чтобы я стала твоей дочерью, то есть имеется в виду женой твоего сына. Но Шачимата поняла все сама. Она поняла, что у нее есть это желание. И подумала, да, она... Так, кто нам нужен. И так она послала человека в дом Вишнуприя, и который с посланием, что если хотите устроить свадьбу, если хотите поженить Вишнуприя с Гаурангой, мы будем этому рады. Когда члены семьи услышали об этом, они танцевали от счастья. Я не буду вдаваться в подробности, потому что главное, что мы должны обсуждать, это трансцендентную татву. Даже Грихастха Лила Махапрабху идеально. Или любая лила, какую бы ни являл Махапрабху, совершенно. Или, к примеру, лила, когда он был студентом, учеником, или когда он был ребенком. Итак, Грихастха Лила Махапрабху была прекрасна. Шачима — воплощение бхакти, так же, как и Вишнуприя, бхакти Сварупини. Порой Махапрабху говорил маме: «Мама, у нас тут 20 саньяси пришли принять прасад, накорми их, пожалуйста. Сегодня придут 20 саньяси, накорми их». И все, и они готовили Шачима и Вишнуприя. Каждый день. Это повторялось практически каждый день. Саньяси, нищие приходили, и Махапрабху кормил всех.
Ну, конечно же, в конце концов, Махапрабху должен был перейти к главной причине своего явления в этом мире. И поэтому он отправился в Гаю под предлогом провести церемонию в честь своего усопшего отца. Махапрабху посетил все святые места, где итак, там Махапрабху встретился с Ишварой Пурипадом и заключил: сегодня мое паломничество увенчалось успехом, потому что я обрел даршан твоих лотосных стоп. Махапрабху приготовил что-то, какой-то прасад, и дал его Ишвара Пурипаду. Мы бы мечтали обрести такой прасад. Ишвара Пурипада говорил: ну что ты будешь есть, давай лучше я еще что-то приготовлю. Но Махапрабху сказал: нет, ты забирай, ты, пожалуйста, вкушай мой прасад. Итак, Махапрабху даровал ему милость, а Ишвара Пурипада дал ему дикшу. И с того момента, как он получил дикшу, он обезумел. Он полностью перестал воспринимать происходящее, он лишь плакал и танцевал. Когда он вернулся домой, Шачидеви не понял, что произошло с моим сыном. Это мой сын. Может быть, в него вселился дух? Приходил аюрведический доктор, наносил различные масла на его голову, пытались его лечить. Но никто не знал, что за дух, что за привидение вошло в сердце Махапрабху. Он проявил настроение Шримати Радхарани. Итак, никакое лечение не помогало. И разные люди приходили, пытались лечить Махапрабху, предлагали. И пытались охлаждать его голову с помощью воды, но ничего не помогало. Вишнуприя была очень расстроена происходящим. Махапрабху начал совершать санкиртну в Шривасангане. Вишнуприя была очень опечалена, потому что Махапрабху всю ночь проводил в Шривасангане, совершал санкиртну. То есть они практически не виделись, потому что она целый день служила, а ночью он уходил. Когда Махапрабху понял, что Вишнуприя очень разозлилась, потому что Махапрабху не дает возможности ей послужить ему, он стал петь перед ней, обходить ее и петь Хари Кришна. И так он раздобрил ее, чтобы ее гнев ушел. We should not destroy the speciality
Гора Вишнуприя Лила обладает своей особенностью. И Рада Говинда Лила также своей особенностью. То есть это разные лила, которые нельзя смешивать. Прабхупад и Бхактивинода Тхакур говорили, что если сравнивать их, если приравнивать их одно к другой, то это оскорбление к обоим лилам. Есть сахаджи по сей день, которые проводят фестиваль качелей Гауранги Вишнуприя-деви. То есть они представляют Гаурангу как героя, как Кришну во Вриндаване. Точно такое же положение они приписывают Гауранге в Лиле Навадвипе. Но Прабхупад и Бхактивинода Тхакур объясняют, что это совершенно разные лилы. Вишнуприя Деви она пришла к Махапрабху, пришла в этот мир для того, чтобы помочь Махапрабху распространять лилу. И мы не можем отплатить ей за то, что она сделала. Какие глубочайшие страдания она переживала. Так же, как страдания Гауранги не может описать ни одна шастра. Так же страдала и Вишнуприя. Таким образом, нельзя смешивать Гаура Кришна Вишнуприя Лилу и Рада Говинда Лилу. Это разные лилы, которые обладают своими особенностями. Приравнивать одно к другой оскорбительно. Мы никогда не слышали, чтобы Гауранга совершал фестиваль красок с Вишнуприя Деви, как это делает Кришна с Радхой. Точно так же нет и лилы, не было лилы качелей. Все, что делала Вишнуприя Деви, лишь служила лотосным стопам Гауранги. Не было там самхук лилы, не было настроения наслаждений. Поскольку Вишнуприя Деви, то есть не было у них настроения наслаждения ни у Вишнуприи, ни у Гауранги. Шичимата очень переживала за Махапрабху, за Гаурангу. И Вишнуприя была поражена. Мы прежде его таким не видели. Однажды Махапрабху объявил, я буду танцевать, приму форму Махалакшми и буду танцевать. Это произойдет в доме Шринивасачарьи.
когда Вишнуприя услышала об этом, она спросила Гаурангу: «Я слышала, что ты собираешься сыграть какую-то роль. Что, роль кого ты будешь играть?» «Я не скажу тебе», — говорит Гауранга, — «сейчас я не скажу тебе. Ты сама должна будешь понять». И Лакшмиприя сказала: «О, если ты будешь играть Лакшми Деви, если ты оденешься в девушку, то ты превосходно сыграешь». И когда Махапрабху вышел на сцену в этом образе, ни Шачимата, ни Вишнуприя не могли узнать его. В этом спектакле Шривас Пандит стал Нарадой, играл роль Нарады, а его жена Малинима была поражена: «Кто это? Это же твой Прабху, твой муж». «Да, мой муж». То есть так они прекрасно вошли в свои роли, что никто не мог их узнать в них, своих родных. Таким образом, Махапрабху разрубает нашу материальную концепцию восприятия мужчин и женщин. Тем самым он доказывает, что я ваш отец, я ваша мать. Я все для вас. Махапрабху кормил грудным молоком Харидаса и всех вокруг. Он, поскольку он Бхагаван, он все для джив, он мама, папа. Итак, день за днем Махапрабху испытывал все более глубокое чувство разлуки. И однажды пришел Кешава Бхарати. Махапрабху обратился к нему: «Пожалуйста, освободи меня от оков семейной жизни». Когда однажды Махапрабху проклял один браман на Ганге, сказал: «Я тебя проклинаю, чтобы у тебя семейная жизнь подошла к концу». То есть он как-то со шнуром, то есть не совсем так, чтобы ты страдал в семейной жизни, чтобы ты не наслаждался в семейной жизни. А Махапрабху был так счастлив: «Я только этого и хочу». В конце концов, Махапрабху объявил, что для того, чтобы спасти весь мир, я должен принять саньясу. Когда преданные услышали об этом, они были готовы умереть. Когда услышала Шачима, она сказала: что ты говоришь? Сначала убей меня, а потом принимай. Потом принимай саньясу. Если ты сделаешь это, я утоплюсь в Ганге. Как я буду жить? У меня нет ни отца, ни сына. Нет никого, кроме тебя». Ей было тогда 65 или 69, может быть, лет, около 70. Во время Гаура Пурнимы я хочу говорить об этом, рассказывать об этом. Если вы прольете на меня свою милость, если прольет свою милость Гауранга Махапрабху, я смогу сделать это. Father's house. Father's house.
Вишнуприя Деви отправилась на время в дом своего отца. И там ее настигла эта новость, что Махапрабху примет саньяс. Услышав об этом, она помчалась домой. Она схватила его за стопы и взмолилась: «Пожалуйста, скажи правду. Это правда, что ты хочешь принять саньяс?» Махапрабху не отвечал. Вы все знаете, что произошло дальше. При помощи уловки он очень разумно смог получить разрешение своей жены Вишнуприи. Конечно же, никакая мать не позволит своему сыну принять саньясу. Но Махапрабху смог устроить так, что Шачима позволила. Ведь он Верховный Господь. Когда Шачима-то вымолвила «да», она осеклась, сказала, как это, я это сказала, это какая-то ошибка. На самом деле, сам Махапрабху вошел в нее, то есть проявился на ее языке, который заставил его сказать «да». То есть Вишнуприя поймала Махапрабху и сказала: «Ты хочешь покинуть меня и принять саньясу?» Но Махапрабху не смог ответить ничего. Он продолжал, он шутил, как муж и жена обмениваются шутками. Очень сладостно. А потом он сказал, произнес абсолютную истину: «Ты Вишнуприя, ты жена Вишну Нарайны». Она начала возражать: «Нет, нет, я не хочу даже думать об этом. Нет, тебя зовут Вишнуприя, значит, ты жена Господа. Поэтому тебе не нужно привязываться ко мне». И тут Махапрабху явил свой образ Нарайны с Шанкой Падмой. Затем он опять принял форму Гауранги. «Не забывай, Вишнуприя, ты жена вечного Шак, ты жена Вишну. Кто отец, кто мать, кто муж, кто жена? Посмотри, мой отец покинул этот мир. Так же и мы в любой момент можем покинуть его. Не плачь. Но если ты примешь саньяс, я брошусь в Гангу. Или я напьюсь яда, выпью яд. В то время Вишнуприя Деви было всего 14. Тем не менее, это было конечное решение Гауранги. Так он шутил с Вишнуприей. Много шутил в этот день. Наверняка Прабху не примет саньяс. Но она не понимала, что настала последняя ночь Махапрабху в доме. Махапрабху
посреди ночи Вишнуприя обнаружила, что Махапрабху нет в кровати. Она зажгла свет. Я поняла, что его нет. Она стала звать Шачима. Что? Что случилось? Прабху нет нигде. Он куда-то ушел. Где он? Может быть, он пошел принять омовение? Пойдем искать. И так Вишнуприя побежала с Шачиматой на Гангу и стали спрашивать у всех, вы видели нашего Нимая? Где же он? Где он? Вишнуприя буквально обезумела от боли разлуки. Они поняли, что, похоже, он ушел, отправился получать саньясу. Знаете, где находится Нидоя-гат? Там, где Рудра-двип. Была зима. Махапрабху пришел туда, предложил поклон Навадвипадхаме. Он знал, что это его последний день здесь, потому что, как саньяси, он уже не сможет вернуться сюда. И безжалостно он бросился в Гангу. Не было лодки. Он бросился сам в Гангу и переплыл ее, вышел на другом береге. Конечно же, до того, как получить саньясу, Махапрабху смог получить разрешение у Вишнуприя. Вишнуприя, ты должна разрешить мне получить саньясу. Потому что если ты мне не позволишь сделать этого, я не смогу освободить, помочь всему миру. И оба мы будем страдать. Если я приму саньясу, ты будешь страдать от разлуки. И люди будут рыдать и по тебе, и по мне. И это их очистит. Таким образом, ты должна позволить мне получить саньясу. Если ты не позволишь делать мне это, я не смогу помочь миру. Хорошо, Прабху, прими саньясу, но живи здесь, дома. А если ты считаешь, что я не должен, ты не должен больше видеть даже моего лица, я уйду в дом своего отца и не буду приходить, не буду беспокоить тебя. Но твоя мама не переживет разлуки с тобой. Но Махапрабху объяснял, что ведь саньяси не должен жить дома после того, как он принял саньясу. Ты должна будешь страдать. То есть ты обязана освободить этот мир. То есть на твоей ответственности этот мир, его страдания. Ты должна помочь людям этого мира, позволив мне принять саньясу. Итак, Махапрабху прибыл в Катву. Если рассказывать о принятии саньясы, Махапрабху, вы будете рыдать. Даже сам Кешава Бхарати, который давал саньясу Махапрабху, не был готов сделать это. Прежде он говорил, что да, я дам тебе, но теперь он не был готов. Он говорил, иди куда-нибудь еще, попроси еще кого-то. Я не такой безжалостный, чтобы... Я не настолько безжалостен, чтобы заставить так страдать твою мать и жену. Но ты же обещал. Нет, я не могу. Затем все-таки Махапрабху получил саньясу, принял саньясу, поскольку он Господь. Он может сделать, устроить все так, как захочет. Он сам Господь. Он может сделать так, что
ты сам того не желая скажешь то, что он хочет. Получив саньяс, Махапрабху с Дандой и Камандалу отправился во Вриндаван. Не было даже Нитянанде позволено пойти с Гаурангой. Вся Навадвипа превратилась в крематорий, как в крематории была атмосфера, как на кладбище. Даже птицы плакали, звери плакали, даже якобы враги Махапрабху, которые пытались всячески оскорбить его, пока он находился на Навадвипе, рыдали. Махапрабху думал, я не смог расплавить сердца этих злых людей. Поэтому я приму саньясу и тем самым сделаю это. Сестра Шачедеви жила около Йога-Питха, а сам Йога-Питх, нынешний Йога-Питх, это месторождение, то есть дом Махапрабху, то место, где стоял дом. И муж вот этой сестры, матери Чандрашекара Ачарья. Он вспомнил, как уже давно Махапрабху говорил, что я отправлюсь в Катву принять саньясу. И сказал, пойдемте все в Катву искать там Махапрабху. И Мукунда, и другие спутники Махапрабху собрались и отправились туда. А Шривас Пандит стал заботиться о поддержании дома, потому что он знал, что Шачи Мата иначе бросится в Гангу. То есть все преданные собрались на Навадвипе и побежали в Катву. А он остался с Шачи Матой, чтобы она не наложила на себя руки. Нитянанда Прабху. Не отличен от Гауранги. Он его первая экспансия. Поэтому он смог обмануть Махапрабху. Махапрабху бежал. Он бежал на северо-запад. Он ни о чем не помнил и ничего не видел вокруг. Он бежал, падал, поднимался, сбивался с пути, бежал то в одном направлении, то в другом. Я что-то подобное переживал однажды. Это, точнее, имеется в виду, что-то подобное со мной случилось. Мне казалось, что я вроде иду, но я не понимал, куда. Я взмолился уже Бхагавану, уже ночь, темнота наступала. Мне надо было уже какой-то ночлег найти, но... То есть имеется в виду, что не чувство я бежал, а имеется в виду, что также вот не мог найти направление, куда идти. Пошел налево, в то же место почему-то вернулся, откуда ушел. Направо то же самое. Итак, Махапрабху бежал, падал, путался, сбивался с пути,
и все равно все в одном и том же месте оказывался. В конце концов, Нитянанда подговорил мальчиков, местных мальчиков, показать Махапрабху в противоположное направление, когда тот спросит, где Вриндаван. Махапрабху увидел, о, мальчики-пастушки, потому что эти мальчики играли на флейте и тоже пасли коров. Он думал, о, Вриндаван уже близко. Он спросил у них, где Вриндаван? О, вот и уже почти дошел, вот он, вот там Вриндаван. И Махапрабху понесся. И таким образом мальчики указали на Шантипур. Потому что он был единственным, кто... То есть Махапрабху не мог так просто покинуть Навадвипу и не получить даршан Адвайта Гасая. То есть не попрощаться с ним. Когда Махапрабху понял, что он пришел в дом Адвайта Ачарьи, он был очень разозлен на Нитянанду. Ты же сказал... А, то есть и омовение он принимал в Ганге, а ему сказали, что в Ямуне. Он стал ругаться на Нитянанду, но Адвайта возразил, да, здесь и вправду половина реки, тут происходит слияние Ямуны и Ганги. Послание среди преданных, послание о том, что Махапрабху в Шантипуре разнеслось по всем жителям Навадвипы. Все они бросились туда. Все пошли в Шантипур, чтобы увидеть Махапрабху. Послали паланкин за Шачиматой и... то есть на паланкине Шачимата также отправилась туда. Но об этом мы поговорим в деталях в будущем. Придя туда, Шачимата не могла разглядеть Нимая, она не могла его увидеть, потому что ее глаза ослепли от слез. «Где мой Нимай? Где мой Нимай?» Она обняла его, поцеловала, «Ты здесь». А Шачимата пообещала Вишнуприя, потому что Вишнуприя не могла пойти, как жена Махапрабху. «Не переживай, ни о чем не переживай. Я сейчас пойду за Нимаем, я приведу его, возьму за ухо и приведу его к тебе». Подруги Вишнуприя помогали ей, поддерживали, в смысле, что она теряла сознание, рыдала, бежала к Ганге, чтобы покончить с жизнью. Ну, то есть все эти девушки, они помогали ей. Она не пила, не ела, они следили за ней. Она верила, что наверняка моя мама Шачи, она приведет назад Нимая. И с этой надеждой лишь она жила, то есть имеется в виду, что лишь эта надежда поддерживала ее. Вернувшись, но когда Шачимата вернулась, Махапрабху не было. Она Вишнуприя разрыдалась. «Ты же обещала, ты обещала привести его назад». Но Шачимата не смогла вымолвить ни слова в ответ.
Обе они были как безумные. Они превратились практически в мертвых, стали почти мертвыми. Они жили, Вишнуприя лишь жила лишь для того, чтобы поддерживать, заботиться о Шачимате. Она знала, что если я умру, то это произойдет с Шачиматой. Вишнуприя сказала: «Ты мой господин, ты принял отречение, и я сделаю то же самое». С утра до вечера она рассыпала перед собой рис и откладывала по зернышку с, с произнесением имени Гауранга. Она таким образом пригоршню, которая была пригоршню риса, готовила и предлагала Бхагавану, кормила Шачимату и чуть-чуть съедала сама. Практически ничего не ела. Какую саньясу принял Махапрабху? Он капат саньяси, но подлинная саньяси — это Вишнуприя. Что такое саньяса? Это отдать все, что у тебя есть, включая тело, ум и речь, Бхагавану. Возможно, мы не видим, не можем увидеть Вишнуприя с Дандой, но она подлинная саньяси. В Гите Бхагаван говорит: тот, кто лишен желаний, у кого нет врагов, являются вечными саньяси. Со временем ее тело стало подобно стволу сухого бамбука. Тем не менее, от нее исходило сияние. Она практически ничего не ела, поэтому ее тело иссохло, иссохлось. Так всю жизнь, так продолжалась ее жизнь, всю ее жизнь. Она не ела, толком не спала. Тем не менее, она всегда находилась с Гаурангой, хотя с внешней точки зрения они были разлучены, но в уме она всегда была с ним. А Сахаджия говорят, что якобы впоследствии Вишнуприя ходила в все-таки якобы пришла к Махапрабху, чтобы встретиться с ним. Это полная ложь. Через какое-то время Шачимата оставила тело, и Вишнуприя осталась совсем одна. Лишь Ишан Такур, который был вечным спутником, он был очень старым, но он заботился о Вишнуприе. Она даже не выходила из комнаты. Я хотел сказать многое, но времени недостаточно.
во сне, последнее, что я хочу сказать, во сне Махапрабху пришел к Вишнуприе и сказал, там, где моя мама кормила меня, сруби из дерева, вот из того дерева, под которым моя мама кормила меня, когда я был маленьким, вырежи божество, пусть вырежут божество, и в нем я проявлюсь. Божество установили, это Дамешвар Махапрабху. У Вишнупри был брат Мадхавананда. Он провел арати божество. Было большое собрание преданных. Внезапно Вишнуприя побежала внутрь храма со скоростью ветра. Никто не понимал, в чем дело. Киртан шел в разгаре. Киртан, арати закончилась. Преданные пели. Тут Вишнуприя бросилась внутрь храма, в комнату божества, и дверь сразу же захлопнулась за ней. Прошло уже много времени, но Вишнуприя не выходила. Когда дверь открыли, Вишнуприи не было. Таким образом, она вошла в божество Гауранги. То же самое произошло с Джанава Такурани и божеством Гопинатха. Итак, я должен на этом остановиться, поскольку много служения, и меня уже ждут. Хоть я не хочу останавливаться, я вынужден. Сегодня очень важный день и много праздников еще, но я не мог все их затронуть. Сегодня Рагунадас Госвами Авирбав, Пундарик Дианитхи Авирбав, Вишна Чакраварти Тирабав, Бхактивек Бхарати Госвами Махарадж Парват Госвами Махарадж Авирбхав. Я прошу прощения, что